Так. Прочистила горло, Виктория. Так, значит, товарищи, я сфотографировалась на паспорт. Я решила, что надо сразу на паспорт фотографироваться. Стоит это удовольствие $17. И фотографии у них ужасно. Фотографируют в аптеках, фотографируют не фотографы. По-моему, нет такого прям вот фотоателье. Здесь, по-моему, такого нет. Вот, чтобы прийти на паспорт сфотографироваться. И это всегда отвратительнейшие фотографии. Я как бы это уже знаю, и для меня это отдельный стресс. И я прям захожу, ну вот я иду, как, знаете, ощущение немножко, как будто я иду к врачу. Первая женщина, когда фотографировала, я сразу поняла, что дела не будет, что это ерунда. Она меня потом подозвала, что выбрать одну из трех, а там вот одна хуже другой. Я могу выбрать только... Да я даже худшую не могу выбрать, они там все из одной плоскости. Она задрала фотоаппарат, я поняла, что она задрала его наверх. А, думаю, ну, естественно, куча... Короче. И она вся размытая. Я говорю, а она когда напечатается, будет четкая? Если напечатается, будет размытая, вы мне ее ретейк? Она говорит, оно будет лучше. Я говорю, ну, если... Она такая, да, я переделаю. Я говорю, ну, мне все равно, говорю, ничего не нравится. И она позвала другую девочку. Говорит, я прям сори, я говорю, я фотограф. Ну, и у меня плечи перекошены. Думаю, ну, куда ты смотришь, голован как-то на бекрень. Вроде ровно стояла, получилось черти что. В общем, позвала она девочку. Я сейчас покажу вам хороший результат. Ну, это как бы еще куда ни шло. Это самое ровное. Ну, тоже вот тени. Ну, короче, мне кажется, вот на грин-карту такая бы точно не прошла. Это ужас. Но это надо быть готовым к тому, что так и будет. В общем, сейчас мы едем по... Можете вот так постоять. Виктория. Едем сейчас по делам, по деловым, о которых я, может быть, потом когда-нибудь расскажу. А Виктория скоро уезжает. Поэтому, возможно, этот влог будет посвящен этому моменту. И ты, Виктория, будешь смотреть этот влог уже будучи в Харькове. Слово дня – circumstances. У меня нет никаких ассоциаций для этого слова, это просто обстоятельства. Поэтому просто circumstances, 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 circumstances. Так, давайте запишу еще вот этот момент, пока Виктория наверху с Мариной играется. Напоследок. Что могу сказать? Могу сказать, что день очень грустный. Этот отъезд очень грустный для меня. Держусь. Или нет? Ситуация у Виктории очень сложная. Конечно же, я не могу ее рассказать, и Виктория тоже не может. Возможно, когда-нибудь потом. Пока что так, как есть. Ситуация сложная, и я не берусь ничего здесь, конечно, советовать. И слишком большая ответственность, и уговаривать остаться тоже не могу, естественно. Поездка эмоциональная во всех отношениях. Это все, что я могу сказать по поводу Виктории. Я со своей стороны, Виктория, когда будешь смотреть, могу сказать, что буду сделать все, что я смогу, что в моих силах, чтобы ты вернулась. Ну, а там уже как карта ляжет, как говорится. Никто не знает, как это будет, когда это будет. Я хочу сказать, что я тебе благодарна. Я очень рада, что ты приехала к нам. Я боялась, честно сказать, боялась. Я уже
обожглась. К моменту твоего приезда я уже переживала, как что будет. И я рада, что мои опасения были напрасны. Более того, ты нам очень тут помогала, и мы очень appreciated. Очень тебе благодарны. Подготовила для Виктории тоже небольшие подарки. Места нет, как обычно, как у всех, кто едет. Ни у кого никогда нет места. Чтобы ты не забывала, что ты жила с фотографом. Я не знаю, как ты считаешь, что ты могла уехать без фотографий. Вот здесь вот год жизни в США. Это при том, что я не готовилась в течение этого года, что ты уедешь. И под елочкой есть еще один подарок. Скоро начнут приходить девочки прощаться. Сегодня проснулась, и первая новость, которую видела, это прилет в Харьков 6 ракет. 6 С-300, которые невозможно сбить в силу территориального расположения Харькова. Так или иначе, когда мы, два года почти, мы живем и привыкаем, уже как-то адаптировались и с собой договорились как-то. Психика адаптируется, не погружаться. А эта поездка, конечно, окунает в реальность. Так, все, ладно, давайте снимать дальше влог. У меня что-то развлекательный контент. Отвлечение от этого всего. Я сейчас буду делать, знаете что, фиги. Нет, господи, я никогда не выучу фиги и инжир. Что, да, фиги я буду делать с блучизом. У нас в магазине была дегустация этих продуктов. И мне очень понравилось это сочетание. Давайте вам сейчас покажу. Боже, кто тут пришел? Привет! О, спасибо! Боже, что происходит? Привет! Привет! Ой, там ты стул даже украшен. Как упали. Да, вот это чудеса. А ты что, не была у меня здесь? Взболтала перед нашим приходом, что ли? Нет, оно на батарейках, оно само взбалтывается. Да. Пахнет грушевым компотом. Где компот? А есть у меня грушевый компот. Откуда ты знаешь? Прям запах стоит. Что, серьезно? Что, правда есть грушевый? Я варила. Серьезно? Я варила. Рома ждет, когда я освобожу тару и прекратится этот на весь холодильник грушевый компот. Грушу саму вырастили уже, да? Я выращивала грушу. Варила. Марин, позови Виту. Она еще не в курсе, что по ее душу пришли. И она не знает. Это тайна была. А вдруг... Эй, а что ты как-то это, как будто ты уходишь? Потому что холодно. А, да? Нет, что? Что, ничего, мы к тебе пришли. Привет. Мамусь. Говорит, ты покидаешь нас. Ну, да. А что? Мы будем скучать. Пришли тебя рыбу угостить. Я вернусь. Да, мы заводимся. Давай, пожалуйста. Вит, по твою душу праздник. 20 минут, даром? Да. Ой, семья Сладковых. У меня есть для вас мини-презент. Ты хочешь его сейчас открыть или когда у вас будет Крисмас? Ах ты, чертовка! Давай сейчас. А это что, ему? Ну, это вам. Это нам. Это общее. У вас же, вы же семья, у вас все общее. Ой, красиво, Настя. Вы как ты красиво такова. Я старалась. Ну, рви. А то у меня памяти нет столько в телефоне. Если у тебя совести нет, то рви, конечно.
И аккуратно. Так, чтобы потом еще передарить. Да. Ну, короче, вчера узнала. Американцы, так, подожди, Аня, у нас американцы. А если не знаю, как этих серьгов? Аккуратно, между фотографиями может быть денежка. Очень осторожно. А ты ж не печатала их? Ты их не печатала? Печатала. Ой, ну у тебя в баню. Ну не такие, конечно, красивые. Не такие, по дешевке, что ты печатала? По дешевке, аж, конечно, по дешевке. И без рамки. Смотри. Пожалуйста, пожалуйста. А это же известно. Куда ты пошла? Курить. Кури здесь, не уходи. Сегодня ты не уходишь. Ой, какие времена были вообще. Скажи. Боже, какая красота. Эй, смотри. Боже, как красиво. Нужно ведь оформить потом. Давай скорее. У тебя это упало. Вот, нормально. О, смотри. Видишь, как? Да нормально, не закипает. Витя. Сейчас подарим. Да по-нашему. Ой, Настя. Хорошо было, да? Смотри, Эдь. Есть у тебя такая фотка? У меня нету. Теперь будет. Вот это классно. Это я давно. Я ее, кстати, очень не люблю. Я ее обожаю, эту фотографию. Ну, у нас очень классная фотография. Вита, смотри, тебе подарок. Представляешь, что же так же? На хорошую дорожку. Спасибо. Да, это тоже хорошая фотка. Так, все, да, я буду? Да, извини. Смотрим фото. Я тоже все смотрю. Ой, как же хорошо же было. Ты прям прическа такая же. Вообще не изменился. Нет, ничего не а вот эти ты печатала? Нет, конечно. Смотри, он рыгает в мусорку. Что у нас отдельная серия была. Да. Ой, спасибо. Ой, пожалуйста. Какая я фотографиня. Ну, что там ты узнала, Аня? Короче, у них, значит, традиция. До Крисмаса. Они подарки засовывают в елку, ставят вокруг. Каждый день там что-то появляется. И там дело в том, что каждый подарок подписан для кого. Я говорю, что я должна подходить и каждый день смотреть, облизываться, понимая, что я не могу его открыть до Крисмаса. Они говорят, да. Я говорю, нет, это не годится. Годится. Нет, я не согласна. Ну, в американском кино есть такое. Во-первых, в американском кино. Во-вторых, у нас стоит точно так же. В-третьих, да, у нас куча таких подарков, просто коробки. Поэтому Катя в прошлый раз и сказала, там говорит, а там есть настоящие? Я говорю, там бутафорных нет, там только настоящие. А, у вас тоже? Да. Вон уже все лежит, все готово. К нам не приходит Санта. Не, ну а как без Александра, ты думала? Ну как ты думала? Ты за яйцами. Точно, за яйцами. Надо что-то не отпустить без яиц. А что тут яйца раздают? Я что-то не поняла. Настя, что это такое? Да, у меня шнурок. Мне нравится, я заказываю фотографию, приходят, люди смотрят, а потом раз так неожиданно, неудобно получилось, я для себя напечатала эту Викторию фотографию со свадьбы. Ну такая типа, и мимо Виктория, такая смотрю, типа как бы, Лина, а же так, тебе что, я говорю, фотография, такая вот прикольная, а ты останешься без фотографий. Год твоей жизни, 11 месяцев твоей жизни. США, начиная с первого фото. Да ладно. Да. Ты его не помнишь, с этим огурцом, с каким-то куском хлеба и заканчивая, кто бы мог подумать, свадьбой. Чтобы ты там отвлекалась и вспоминала, что есть параллельная вселенная, что есть другая жизнь, в которой ты жила. Сейчас ручки принеслись перед нами. Аккуратно, в полках, мы не скажем, мы любим. А на
Вот она, первое фото. Покажи первое фото. Это вот только Лента прилетела. И она еще не, ты еще не знала, что ты будешь в центре кадра постоянно. Еще стеснялась. Да, я еще бегала. Ой, все, выключи. Так, вот такие у нас, показываю я, как обещала. Алекса, стоп. Быстро показываю. У нас вот такие Date Organic исключительно и Blue Cheese Creamy Garn, что-то там. Короче, сверху мажешь, потрясающе. Следующий гость. Ой, спасибо, Кать. Thank you so much. В Огренсе была распродажа сегодня, пришлось срочно купить. Сторис посмотрела и пришлось урвала, просто урвала. Ань, ты что тут делаешь? А где Катя? Вот. Вон Катя. Вы уже обнимались? Нет, еще. Давайте, я буду снимать вас. Здравствуйте. Ты с судочком пришла? У меня куча... Что все такое мясо? Я знаю. Смотрите все на Марину. Так, я не знаю. Вот, это на нахуй. Алекса, стоп, в конце концов. Я забыла про тебя. Стоп, в конце концов. Грустный повод. Марин, я не смотрю. Надеюсь, мне понадобится. Надеюсь, не понадобится. А там то, что я думаю? Да. Ничего не понадобится. Путешественник то всегда нужен. Ну, это да. А Виктория знатный путешественник. Нож, пилы, рыбы. Да? Да? Очень понадобится. Все же с мамой, Сергам. Это наша. Марин, скажи ей, пожалуйста. Этой. Спасибо. Давай. Так как у нас ограниченное время, и Крисмас будет, что у нас первый открывать подарок. Да там, ой, такая столько внимания, честно говоря, у нас не такой уж там дарви. От Trader Joe исключительно. Ты это видела в ТикТоке? Короче, это адвент-календарь. Ну, его Виктория не засунет никуда. Нет, смотри. Короче, это адвент-календарь вообще должен быть. И 12 дней, помнишь, как вот с конфетами? А это для бьюти, красота. И ты типа каждый день должна была открывать. Вот в первый день. Тыкай пальцем сюда. Ломай, давай. Вскрывай. И вот в первый день тебе попадается... Маска для волос. Доставай, складывай. Коробку, что ты все равно с собой не повезешь. Нет. Вот и открывай каждую. И типа на 12 дней до Крисмаса у тебя такой адвент-календарь. Здесь получается раз в 2 дня открывать. Ну, либо так, либо просто за 12 дней до начать. Наверное, будет интересно, да, я конечно, прекратила. Давай, конечно. Вита знает, Вита как зритель. Кто мне будет подсказывать, Виктория? Будешь мне писать комментарии, может, хорошо, научишься? Буду. Да, со своими... Я уже не бегаю туда по всему дому. Дальше, Мария. Это этот, скажи мне. Для бровей. Санскрин. Крем от солнца. SPF 40. Браво, для лица. Браво. Так. 8. 9. Это скраб для губ. Интересно. Это... В ванной купаться, купаться, скажи мне это. Бомбочка. Спасибо, спасибо, спасибо. Ой, это что-то такое. Это соль для ванны. Лаванда. Сегодня пойдешь купаться, можешь, чтобы прям, чтоб не везти далеко. Тяжелое, смотри, какое. Крем для рук. Крем для рук. Хорош, хорош. Тут все дорого. Вариант такой. Это
сахарный скраб, кубик сахарного скраба. Эксфолиатинг. Никак иначе. Салфетки влажные. Рисовая полировка, очищающая пудра. Транслейтер, да? Вот, а ты боялась. Ой, спасибо. Вот, видишь, столько добра. Thank you so much. Ну, все, это конец влога. Девочки, мальчики, я вам не буду включать музыку, потому что там Виктория пела запрещенные песни. В том плане с авторскими правами. У нас прогулка вечерняя по вот такой улице. О, Виктория радуется. Так бежала, тапки растеряла. Все, представляете? Грязные ноги. Ты теперь будешь Залушок. Кто я буду? Залушок. Это что? Ну, Золушка. А, окей. Стопок. Я думаю, что Залошок. Залошок. А? Точно, у меня ж цистит. Это ж завтра. Возможно, уже сегодня ночью. Настя, давайте сфотографируем. А, на машину поставим. Или мы селфи сделаем. Какой у меня телефон прекрасный. Где ты мужика видишь? Смотрите, как красиво. Почти как на Сумской. В Харькове. Почти что. А, сидит мужик, точно. Хорошо. Время пикчерс, я могу вам сказать. Боже, как красиво. Смотрите, идут. Ой. Жаль, что меня там нет. Отлично. Ох.